23-й фестиваль песни «Рожденные сердцем» прошел во Дворце культуры. Он давно уже стал важной частью жизни округа. За время его существования в нем приняли участие более 5000 человек. Появилось немало традиций. С приветственным словом гостям обратилась заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. 23-й год проводится фестиваль патриотической песни. Это одна из главных традиций нашего Ленинского городского округа. Воспитание патриотизма. От сердца к сердцу передается культурный код нашей Родины через творчество, через патриотические песни. Первоначально поступило более 70 заявок, но на гала-концерте выступили лучшие из лучших – 7 коллективов и 27 сольных исполнителей. Со сцены прозвучали патриотические песни, написанные жителями Ленинского округа, музыкальные произведения военных лет, советских, современных, зарубежных композиторов. Там дед мой погибал от множества ранений, его накрыл крылом, не дал врагам добить. Один из самых трогательных номеров – песня «Я ангел» в исполнении 8-летнего Алексея Куликова. Юный артист уже не в первый раз на этом фестивале. Для меня большая честь петь такую песню. Она о родине и очень грустная. А 9-летняя Виктория Андриенко порадовала зрителей легендарной «Катюшей». Девочка уже несколько лет занимается вокальной студией «Жаворонок» в Центре детского творчества «Импульс» и мечтает стать певицей. Очень горжусь, мы второй год выступаем на этой сцене, на этом фестивале песни «Рожденные сердцем». Вика сама проявила желание именно эту песню, потому что, вот, как она говорит, это моя душа, это мое сердце, вот я чувствую эту песню, я ее пою, выбирала. У меня горела душа от счастья, когда я пела эту песню. По традиции, лучшие исполнители фестиваля будут приглашены в большие концертные программы Ленинского округа. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.